28 января 2020 года в Авидиополе на улице Ватутина обнаружены две из семи незаконно вывезенных с таможенного поста города Черноморск Mitsubishi Outlander. По информации от нашего источника, на экстренный номер 102 об этом поступил анонимный звонок. По данному факту разыскивался житель Великодолинского Башинский Андрей Сергеевич, 1992 года рождения, который занимался экспедированием грузов. В начале ноября 2019 года Андрей Башинский подделал экспедиторские документы, ввел в заблуждение главного инспектора таможенного контроля и с неустановленной группой лиц вывез с таможенного поста 7 новых Mitsubishi Outlander. По данному факту в Черноморском отделении полиции зарегистрировано уголовное производство по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Через 2-3 недели с момента объявления в розыск Андрей Башинский сам явился в полицию с адвокатом и сдался. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Выявленные в Авидиополе автомобили обследованы и опечатаны Авидиопольским отделом полиции для транспортировки на штрафплощадку. Продолжаются следственные действия. Роман Вашинидзе, Альтернатива.орг.